Приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре пневматическая винтовка Gamma CFR IGT. В комплекте содержится сама винтовка и руководство по эксплуатации. Это мощная пружинно-поршневая винтовка с подствольным взводом. Стреляет она свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. Нарезной ствол, ствольная коробка и механизмы винтовки изготовлены из качественной оружейной стали, покрытой воронением. Корпус же сделан из прочного пластика, который окрашен в черный цвет, что делает винтовку не только легкой, но и очень-очень практичной. Весит она 3 килограмма 600 грамм. Безусловным плюсом подствольного взвода является надежность, так как ствол остается всегда неподвижным. Аббревиатура IGT в названии винтовки указывает на то, что здесь установлен газовый поршень. Он значительно эффективнее обычной классической пружины. А благодаря пониженному уровню вибрации во время работы, не только снижается отдача, но и продлевается ресурс оружия. Весьма необычна конструкция приклада и рукояти. Кстати, подсечник на прикладе двусторонний и регулируется по высоте, ну а затыльник изготовлен из мягкой резины, которая также снижает отдачу во время выстрела. Ну и нельзя не обратить внимание на приятные резиновые вставки, которые улучшают хват оружия в руках. В качестве прицельного приспособления здесь используется мушка и регулируемая прицельная планка. Также имеется крепление под оптический прицел, установив который, вы сможете вести прицельную стрельбу на расстоянии до 110 метров, если, конечно, вы установите усиленную пружину. Предохранитель находится внутри спусковой скобы. Винтовка порадует вас своими характеристиками и высочайшим качеством сборки. Кстати, сделана она в Испании. Приобрести ее можно на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!